Ваш дружелюбный домашний любимец стал агрессивным, не домогает? Это могут быть первые симптомы бешенства. В Химках возросло число зараженных животных. Уже объявлен карантин в районе улицы Родионова. Теперь здесь запрещены выставки кошек и собак, а хозяева с питомцами не могут покидать пределы участка. Чтобы обезопасить себя и своих пушистых друзей от опасной болезни, важно вовремя принять меры. Поставить бесплатную вакцину своему питомцу можно завтра с 5 до 8 часов вечера по адресу улица Родионова, дом 6. Подробная информация по телефону 8-495-571-6593 и 575-0191.